Когда эта смена прошла, торжественная церемония закрытия образовательной программы «Юный следователь». Участники программы познакомились с профессией следователя, получили умения и навыки оперативно-розыскной деятельности, узнали много нового об истории предварительного следствия в России. Дети приобрели знания в области права и практические навыки при работе с криминалистической техникой. Мальчишки и девчонки научились работать на смоделированном месте происшествия, узнали о видах судебных экспертиз и следственных действий, об истории и структуре Следственного комитета России. Смена сработали под руководством студентов Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Российской Федерации. Закрепили полученные знания в маршрутной игре «Юный следователь». Это была игра, это было общение, то есть это мы рассказывали какие-то интересные истории, интересные факты. И этим самым, как бы, я думаю, что дети сделали для себя какой-то выбор, будут ли они дальше увлекаться этой темой, интересоваться. Может быть, многие из них станут на самом деле настоящими потом в дальнейшем следователями. Участники программы поделились своими впечатлениями о смене. Смена вообще меня научила общаться с людьми, со сверстниками, с людьми старше и младше возрастов. Работать в команде – это самое главное. И вот программа «Юный следователь» мне безумно понравилась, поскольку я узнала много нового об этой специальности вообще, что и как делать нужно. То есть мне очень понравилось, особенно практика, квесты – это просто супер. В рейтинге среди отрядов победу одержал отряд номер один. Мне все очень понравилось. У нас была очень интересная образовательная программа. Спасибо нашим преподавателям. Мне очень понравились все вечерние мероприятия. Это было неожиданно весело для лагеря юного следователя. Я бы очень хотела вернуться сюда еще раз, но, видимо, получится только вожатый. Мне на самом деле очень понравилось, было очень весело, так как я первый раз в лагере. Это было для меня новинку. Я тут, подружилась с многими людьми. Я всем им очень сильно благодарна. Мне также понравились уроки Следственного комитета. Это очень познавательно, я научилась много новому. Организаторы смены рады, что реализовали программу «Юный следователь» на базе Всероссийского детского центра «Смена». Я не ожидал увидеть такого размаха, я не ожидал увидеть такие новые корпуса. Я не ожидал увидеть такие компьютерные в компьютерном классе. Поэтому снабжение, без сомнений, хорошее. Коллектив вожатых, воспитателей мне тоже понравился. Директор лагеря. Замечательный человек, сумеет создать атмосферу спокойную, тихую, доброжелательную и рабочую.